Да, вижу. Вырубил. Бэм. А, вижу. Забрал. Я в зоне, но я не вижу. Блин, он меня спалил. Да, есть сил, есть сил, есть сил. За дома вот здесь. Так, ну что же, всем большой приветик, всем-всем большой-большой привет. Сегодня будут каточки на Ирангеле, поиграем сегодня с моим братишкой Тессом, буду против сквадов. Вот, ну а себе, как всегда, лайкусик, подписывайся на канал, пиши любой свой комментарий. Вот, ну и погнали в игру. Справа что? Справа никого. А, слева с нами двойка падает. У меня бизон. Убил его, хорош. Там сверху на крыше у нас... Угу. Также на крыше бегает. И у нас в нашей части чел. Так, сейчас этому хай разыграю. Блин, он сбежал. На первом этаже стоит. Еще молик дам. И можем пройти. Сзади. Лег у меня вот тут. Он на крыше. А, тут двойка, бро. Так, я хилюсь. Хаешки закидывают. А, это смог. Блин, у меня брони нет. Его тиммейт это. Окей. А, тиммейт не сыпал. Дал ему хит. А, он за ящиком стоит. Убил. Так, надо этого закрывать. А, он бота вырубил. За ним зомби бежит. Он по ЛГ бежит. Нокнул его. Хорош. Ты доел его бота? Да, да, доел. Опа, там подарочек бежит. Это ботинок. Ну, чел где-то на вышке, вот здесь плюс-минус. На, ну вот он бота убил. А, не файтится между собой. Что, зайдем? Там пошел файт. Вырубил одного. Он моего добил? А, нет. Все, отлично. Никто не упадет. А мы не в зоне, да? Да, мы за зоной. Так, ну надо босса дождаться 100%. Все, найс. Так, пулик заберешь? А что там, что-то еще выпало, кроме пулика? Гроза. Что, я возьму грозу и снайпу, наверное, 2-4. Вазик. И нас хотят. Угу. Что-то они туда-сюда катаются. Туда-сюда катается. Но он байтит. Так прописал. Приехали, уехали, что ли? Ну что-то они крутились и вроде да, свалили. Получили немного урона и свалили. На заправке просто осторожно. Стопнулись? Да. Да, слушай, передо мной здесь бежит толпа. Иду. Я просто лежу в траве, братан. Нокнул одного. Найс. Тут еще лежат в траве. Нокнул второго. А, и третий за забором. Ну, сейчас вазик сядет и есть, скорее всего. Я его не пущу уже. Свинку вазику побежит. Да, я вижу. Куда собрался, молодой? Так. Восьмерочка. Поехали. Да, тулка, братан. Он за байт. Угу. У них лезвие эти есть. Один прям залетел к нам.
Еще второй залетает. Я ходи туда, Грею. Ой. Давай. Я взорвал одного. А, двоих взорвал, бро. Еще, он еще греет. Я хилюсь. Он одно, братан. Хорошо. Одно. Я хилюсь. Он лежит тоже, хилится. А ты одного доел или двоих? Одного доел. Это моих я грею. Он большую аптеку издает. Блин. Пацаны. Улетает. Улетает. Так, ну мой где-то здесь ползает. А, мой, скорее всего, его подняли здесь. Вы бы слышали, наверное. О, найс. Рассекающий меч. Молик. Сверху сидит. Да, да. Блин, там ФМС. О, он убегает. Он вроде сбежал вниз, бро. Да-да-да. Блин, я перелетел. А, он не поднял. Все, я его убил. И последний остался. Килл-чат есть, кстати. Кот, не слышно, где он? Волга где-то. А, он там сидел. Блин. Ладно, забей. Там его не догнать уже. Врезать поехал. Ну, можем прямо туда сейчас поехать. Иди сюда ко мне, у меня здесь баги есть. Можем сразу отсюда поехать. Иду, да. Подожди, а почему он резать поехал, если у них есть резалки? Непонятно. Поэтому, возможно, они сюда сейчас приземлятся. Но парашюта вроде нет. Сейчас посмотрим. Там флайерку в Приморске запустили. Можем этого скипать и поехать туда. У него РБшки, да, было? Может, РБшки сейчас найдем? Да, да, да. А, да, РБшка здесь стоит, бро. Вот здесь, в этом доме. Чекнем. Это же она, да? Да, да, да. А вот она. Это он? Да, да. Мы их на ивенте закрывали, на том. Сидит, блин. Зачем он сюда поехал? Здесь кинжал есть, бро, у него. И у меня меч. Клинок. Ну да, да, да. Баги сзади. Двойка. Двойка, сольник там? Двойка, двойка. А, они выпали. Одного нокнул. А, второго вижу. Да, да, это. Второго тоже нокнул. Ну, давай, Ивент, еще раз. Убежи, чел, здесь. О, бежит. Вот это, может, они отрезались. Убил. Не, это вообще левый какой-то. Непонятно. Твой ивент чекнем. Да, да, и наш вазик надо забрать. На баге такой себе передвигаться. Никого. А, сольник, сольник есть. Ну, может, он там лутает ящики, которые... Там. Вот тут. Да, здесь. Справа. Да, слышу. Да это что? Нокнул. Ема, ты залетел. Так, у нас флайерка, короче, на Приморске. На рисунке тачки стоят. Там Бигфут я видел. Чел. Да, пулка. Вижу. А у тебя пулка, Никит. Одного нокнул. Второго нокнул. 33 одно за бусик. А тот, да, тот одно, бро. Который наверху, где-то пахан минус. Можем под зубар подъехать. Давай. Тот, короче, который вот здесь, он одно. Watch просто out. Одна пулька. Этого тоже продамажу. Который в кемпе, он одно. Как? А, третаж. А он одну!
Две головы с грозы, прикинь, дал ему. Он не... Как он не умер? Хорош, все, найс. Так, ну тот, по идее, должен пробегать. А, он бежит, бежит, бежит. Надо закрывать было. Или нет? Ладно, забей. Он реснул. Не-не-не-не-не, не мог реснуть, потому что он побежал. Вот сейчас реснуть сидит. Молик кидает. Молик никуда. Еще молик. Надо закрывать быстрее, бро. Баточка. Да-да-да, надо поэтому закрывать. Этого закрыл. Хорош. 7 на 7. Я тут голову дал. Окей. Они там стопнулись? Там фулка как будто. Не-не, к нам едут. Я на крыше. Дал там хит. 3 типа как будто. Выезжает. Дал голову. Блин. Я тоже дал. Сколько надо? Я сейчас со снайпы попал под ним, чтобы ты понимал. А, они едут просто. Стопнулись на дропе. Угу. Там туалет вроде. Дал одному хит. Так, сейчас я чуть левее прилечу. Они точку взорвали. Блин, не видно их. Там все за дроп. Там, по-моему, вообще двойка, если мне не показалось. Да, вижу. Вырубил. Ой-ой-ой-ой-ой, 345 метров. Как же ему залетело сочно просто. Мы и так-то можем сейчас заехать прямо над ними туда на горочку. Там позакидывать оттуда хае. Давай. Ну или можем здесь остаться. Ну, смотри сам. У нас могут там крысить с горы. Да, там еще дроп вызывали. Хотя это, может быть, они и вызывали, кстати. Точку ближе сделал. Ой-ой-ой, здесь АВМ было, я даже не чекнул. Сейчас я долутаюсь. Они как будто ушли, бро. Куда они могли уйти? В горочку? Или поправо? Право. Тут сюда могут. Не-не, он там же. Блин. Дал хит. Вырубил. Найс. Сейчас добью. Вырубил второго, бро. Поехали за этим, там два наука. Го-го-го-го. За дропом резает. Да, за дропом. За тачкой резает, бро. Я просто проеду. Один пробегает. Ой. Не регнул ничего. Семь на все. Нормас. Да, один ты был прав, один крутил право. Короче, нормально. В кемпе, где мы были, там была канистра. Можем вернуться, забрать ее. Давай. Прям тут везде кусты, опасно. Ну да, можем пока здесь остаться, в принципе. Нам... У нас время еще есть. Где канистра? А здесь. На карьере по-любому кто-то лежит. Да по-любому. В ангаре могут быть. И сзади тоже где-то. Ну так, вроде чекаю. За вроде никого не видно. Можем сюда на метку заехать, там отсюда видно. Так, ну поехали. Да, хватит, там чел на той стороне. А, я вижу чела. Вырубил? Вырубил. Блин. Да ё-моё. Да, хорош. А он стрелял куда-то сюда примерно. Так, справа люди есть, а где остальные? А, вот здесь чел. У меня чел вот тут никак. Ко мне идет. Я его прохоснул. Можем проехать. И у нас сзади. Давай просто проедемся. Да, лежит слева. Нокнул. Хорош. И у нас сзади еще кто-то стрелял отсюда. Watch out. О, чел бежит. Сейчас метку дам. Watch out. За дерево. Да, вижу его. У него там зоны нет. Там в ЛГшке. А, да, лежит. Watch out. Я дал ему хит, он умрет от зоны сейчас. Да. Блин. Да, умер. Ну и у тех челов тоже зоны нет, значит, не прошли уже куда-то. Вот там был тип. Надо понять, где под нами чел.
Короче, я так понимаю, осталось три сольника. Зона перед нами, можем просто принять. Опа, МГшник стреляет по тебе? Нет. Он добил. Да, вижу его. Бэмс, и остался справа, типа. И у него снайперка. Ну, где-то здесь, среди камней, скорее всего, сидит. Лежит, потеет. Где вот он? А, вот слева, слева, слева бежит. Проедь, проедь, проедь. Я сзади него подъеду. Да, да, просто проедьте все. Блин. Братан, это забей. Это просто забей, я его реально не видел. Хорош. Я просто запутался в этих кустах, он там туда-сюда мультишил. Ладно, пойдет. Так, и по результатам. Прям ровно 4600 урона. Хорошая каточка, 28 киллов. Нормально там подъехали в этот кемп, где ресалки. Четко, прям вовремя. Отличная катка для разминки. Вот, сейчас играем еще одну. Ну а себя, как всегда, лайкусик, подписывайтесь на канал. Ну и пиши любой свой комментарий. Погнали в следующую катку. Такс, офигеть. Нормально тут падает? Да, очень много. Меня оголил. Бизон. Слушай, ну в нашу часть вроде никто не попадал. А, не, есть. Да, перелезь. Через лево? Да, да, так же. Чего тут? Watch out! Он внутри находится или как? Он убежал направо куда-то. Но у меня такой на самом деле почти по луту. Тоже. Тут скрытка, можешь собрать. Мол, сейчас заберу. У меня даже армора нет. О, есть армор, найс. А. О, у нас сзади, сзади, сзади пришли. Давай их закроем. Давай. Они на наш мейн пришли. Там бот чела убил. Походу. А, полник. Watch out! О, понимаю. Блин. Второго тоже забрал. Еще один. Поедаю. Вышел у нас пошли. Да, слушай. Хорош. И интересный. Там двойка, что ли? Да, да. Один ног. Ты попал, они горят, горят. Справа топал. Угу. Что-то греет, хае греет. Окно. Хорош. Акуна Матата. Ну где-то в этой стороне. Ой-ой-ой, там ДБС. Да, здесь вроде на крыше чел. Да, на крыше чел. Я пытаюсь к нему залезть. Пацаны, их надо. Блин. Справа двойка. Он тут был не одно. Я много дал ему. Типа из-за. Он пробежал просто сквозь. Вырыл. Так, я обратно. Хорош. Заходит к нам, по-моему. Я хилюсь. За ящиком. Моли крейт. Окей. Он никуда пойдет ресать, скорее всего. А, там у одного чела ДБС, кстати. Слева. Да, мы его ресает. Можем через право. Я хаечек грею. Он внутри ресает право тут. Ты уверен? Мне кажется, на улице. Да-да-да. Да-да-да, отрезал. Крыша также чел. Я им молик дал. Они подгорели. Нет, нет. Вырубил. Вырубил второго. Лучше. У меня в углу сидит. Сейчас обратно. Вот а, вот там в мейне, бро, есть. Да, да, да.
Вроде. Хэ я даю. Давай, давай, давай. Я там еще его вырубил в мейне. Хорош. Убил. Они резаются здесь. Вот тут резаются. Хорош. Найс. Пойдет. Еще где-то у нас сольник. Еще сольник где-то приземлился, бро. А, один бот. У меня этот. Это бот. Окей, окей. Тогда еще получается сольник остался один. Вот здесь лут хороший у чела. О, найс. Стоп, босс не вышел. По идее, через минуту выйдет еще. Еще минуту у него есть. О, 3х. Мы тут четко отыграли, прям. Да, 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 очень красиво идеально. Опа! По мне, Никит. Да, 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 да. Появился все-таки. Он в том мейне, где мы были, бро. Че, я мулик, да? Че, он не выйдет. Он где-то здесь сидит. Видишь? Даже. Не, где-то здесь сидит. Да, здесь. Сиди с дробашом. А, блин, фомас. Я хочу с инпой побегать. Поэтому я возьму 24. Давай. Так, юмпик М24. Вот это мне нравится. Имбовый сет. Самый вообще лучший. Только не хватает глушака и все. По тачкам ничего нет. Это фиаско. О, баги есть. О, отлично. Так, да, надо закупиться. 112 монет. Слушай, можно флайрику купить. Взял флайрику. Все, погнали. Так, креселка закрыта все. Цариков тоже никого. Но лагает. Почти есть церковь, вот здесь бежит. Вырубил. Yes. Откуда он прибежал? Но малые починки все открыты. Может, он там кого-то резнул? Может быть. Там еще флайер вызвали на том мосту, как будто. Угу. Починки прям все открыты, прям фул. Можем проехать. Да, давай-давай. Бэмс. Да, здесь. Чего? На крыше, на крыше. Спрыгнул вниз. Может топнуть здесь и на крышу залетаем. Снизу. Вырубил. Ты уверен, что двойка? Я двоих, слышь. Мне почему-то так показалось, кто-то на трешке был на свечке, а кто-то на крыше. Не-не, соус был здесь. Погнали на школу на общение. О, чел бежит слева. Вол бежит. Блин. Справа. Что? Забей, приехали. Куда он меня потащил? Алло, Витрил, привет. Алло, привет, привет. Добей, добей, добей нас, добей. Витрил. Хорош издеваться, добей. Ладно, погнали на, я не знаю, на ивент, наверное. Там тачек опять же нет. А, тут рядом дроп падает. Давай лучше на дорогу упадем. Давай, 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 давай. И по пути дроп еще залутаем. Ну и нам нужно еще все-таки ивент залутать, потому что нам, ну, лут нужен. На ивент? Ну, сейчас дроп залутаем и на ивент, да. Слева дроп где-то здесь. А, тут еще один дроп упал. Где старый? Вот здесь где-то. А, тачка есть сзади. Он, походу, дроп залутал. Блин, у меня один узик, бро, это не вариант его высаживать. А дроп вот он стоит. Здесь МГшка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Заедем туда? Да, да, конечно. Да, бежит по флопному здесь.
Побел. Хорош. Здесь еще тройка. Ты М-ку не будешь? Ладно, я М-ку взял. Он кого-то обходил, значит, где-то здесь щелок, по идее. А, тут в центре смоки. Да, слышу, один прямо подо мной здесь. Двойка даже. Вот здесь. Watch out. Нокнул одного. Хорошо. Я хилюсь. Сзади. Один сзади, да. Море клеить. Забрал себя. Хорош. Он одно, бро. Хорош, все, найс. Тут еще мушка такая страшная. О, мушка на фомасе, вообще забей. Так, ну нам нужно наших обидчиков закрыть. Я думаю, можем прям сразу к ним поехать сейчас. Давай. Блин, броника нет, что ли? У тебя броник залитый? Первый. А, подожди, на магаз может заехать. У тебя есть монеты? 17. О, нормально. Хватает. Да, второй броник купишь себе, нормально. Тачка едет, бро. Бежишь? Да, одного точно. Ой, есть хороший. Учил ДБС. Он зашел в дом. Сейчас опасно. Ты купил себе броник, да? Да. Он сидит у двери где-то. А, он на лестнице сидит. По идее, подгорел. Нет. А, вижу. А, он подойдет. Да, я убил его. Но это было реально опасно. Я ненавижу дебейсеров. Тут третий броник по скидке. Да, у меня есть. Опа. Кому? Там авик крутой. А, там авик? Вот это опасно уже. Да. Они в баге сели один, а другой раскручивает. Короче, двойка осталась там, а один раскручивает. Один левее. Один одно. Просто одна пулька. Они нас хотят. Да, один закрутил правее просто. Там сольник закрутил. Двойка на горе осталась. Задели. Угу. А другой на скутере летит вправо тоже, в тот кемп. А с дерем, получается, остался, что ли, чем? Вот да. Блин, теперь мне нужен третий броник по скидке. Или это двойка, подожди. Даже может быть двойка, правильно? Ну, по нам как будто тройка стреляла, не? У тебя есть монеты? О, спасибо. А, он тоже поехал. Не вижу. В однушку поехал. Ну, поехали дальше. Просто за ними, да и все. Скепнули. Ну да, они в зону поехали просто. 20 типов. Да, люди живут, это очень прям много. Это круто. Давай. А, баги здесь стопнулось. Они вызвали дроп себе. Можем туда поехать. Это они, бро. 100%. Подожди, сейчас чек. Сек. Блин, никого Чё? Не видно. Не видишь? Не. Я так метку поставил, но там, по идее, прогресс должен быть. Ты в кого? Я никого не вижу. Я колесо, все, пробил. Ну поехали на них заедем, не? А у нас бенза больше ни на что не хватит. А там мы потом можем бэттер вызвать. По нам уже. Да, они правее вот здесь. Не, бро, не доедем до туда. Ладно, заметим, да. Я заправлю пока. Да, там три маскалачика просто бегают. Так, чуть каждый продамажил. Ой, на горе у нас. Давай к ним. Они еще дроп лутают. Они вот здесь. Туда в ЛГ выходили вниз. А дроп они не стали лутать. Да, вот он бегает. Вырубил одного. Не вижу. Третьего не вижу, бро. Хорош, лучший. Ой, зона идет. А, зона... Там. Зона не... Нормально, зона не сильно будет хавать, я успею захилиться. Тебе надо бинты взять. Не-не-не, аптека и... Все успею. По дороге чел едет. Три типа едут. На чем едут? На скутере. Ну, да, погнали. Ховерборд. Окей. Можем поймать, кстати. Давай.
Сейчас. А, я вижу, вижу, они в кемпы заезжают. Нет, они. Да, они в кемпы заезжают. Можно им кемпы эти занять. Кемпы вот эти пресные, по идее. Че, блин, здесь чел! О. Я. Братан, я просто охренел. Про? Убил. Ты понял? Я его в полете продамажил, чтоб ты понимал. А те челы за зоной или нет? Подожди, я их не вижу. Брат, я их не вижу, я не понимаю, где они. Они от зоны ног, такое ощущение. Думаешь, это они? Ну, а кто еще? Они были вот здесь. Watch типа, они вот здесь проезжали. Крызы. А то чел бежит, Никит. Где? Брат, я не вижу его. Он за деревом где-то встал вот тут. Понял. Сейчас я левее. Вообще никого не вижу. Я уверен, что там чел, прям 100%. Пипец, 9 типов на такую зону. Это жестко. Я вообще никого не вижу. А, вот сверху фатятся. Сверху вижу. Нокнул сверху. А, их закрыли. Я вижу сверху чел. Очень хорошо прокоснул, 1 хп. Так, у нас 27 секунд до зоны. Где заточка? Ангар в зоне, кстати. Все, его закрыли, по-моему. Можем на метку подъехать. Да. Там слева чел его, скорее всего, убили. Можем вообще на горку, да, из горы спокойненько сыграем. У забора вроде. Да. А, лежит. Чел. За деревом? Фейгрейд. Да. Я правее прохожу. Пипец, он запаниковал. Еще должен быть. Лучше, наверное, к точке вернуться. Да, я сюда бэкну, мне семерки еще нужно залутать. Зона назад ушла. Блин, ну зона жесткая, бро. Зона очень жесткая. Это что? Watch out. А это... У меня там ничего нет? Это твой питомец. А. Короче, вот здесь за дропом, по идее, чел. Там сольник остался. Там москалачик. Либо это его убили. И еще и у нас... в ангаре. И у нас сверху еще должен быть где-то чел. Ща я проверю. Смотри, у нас 50 секунд, у тебя пулик. Давай просто проедемся. Давай. А, блин, тачка вся такая побитая. Никого не видно. А вот за деревом, вот. За деревом? Не а, видел? Нет, показалось. Там в ангаре стреляется. А где-то здесь сольник должен быть. В масхалате. Либо его грохнули. А, того убили? Грохнули. Давай на дропе вот здесь останемся, там нормальная позиция. Давай. Третий план. Ну там походу ладстройка. Я не знаю, у них вроде тачек нет. Ну я смотрел, там сзади никого нет уже. Так, на ангаре нет зоны. Они хотят вот. Да, есть чел, за зоной вот здесь. Ты прикинь, все-таки они не его убили. Он за зоной бежит. У него нет зоны. Хорош. Такой еще жук. Все, они в тачку сели. 2-2 остались. Нет, один крутит. Один в тачку сел? Да. Все окей. Нормально. И у них зона. Надо правого нокнуть. Один левый вышел за деревом где-то. Да, я видел. А, это тут у кого снайперка. Ну, пикни давай. Ой, скоро. Забей. Ой.
забери. Ну, у нас 30 секунд. Справа как будто ЛГшка какая-то, да? Ну, можем сейчас смоки накидать, сейчас. Так, я смоков накидал, прям по фулу. Наперед. Так, ну я смоков нормально кидал, и они, по идее, ползают, бро. Я тоже лег. Дела плохи. Блин, 14 метров до зоны, давай, 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 ползи, 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 родной. 9 метров, 7, 6, 5, 4, 3, бро, я фуллапом должен идти. 2, 1, ну давай, давай, давай. Брат, я их не вижу, вообще ни одного. Я в зоне, но я не вижу никого. Блин, он меня спалил. Он под этим деревом есть. Сейчас я попытаюсь фей ему дать. Не знаю, где. Вырубил, вырубил слева. Найс. Не спеши, не спеши. И справа вот здесь за деревом, скорее всего. Да, попал. Да, да, да. Еще попал. За деревом стоит просто. Я хай еще грею туда. Давай, он лежит. Вот тут. Моликами закидывай. Горит. Сейчас сдохнет. Найс. Хедшот. Блин. Выйти из такой ситуации супер невыгодной, это очень жестко было, братан. Это было очень жестко. Ну вот эта каточка уже прям помощнее. 29 киллов, 5000 урона, отличная катка. Вышли просто с неимоверно сложной ситуации. На челиков сходилось два раза зона. Вот, в целом, вот такой вот получился ролик. Обязательно прожимай лайкусик свой. Также, если ты еще не подписан на канал тоже, обязательно подписывайся. И пиши либо свой комментарий. Ну а на сегодня я с тобой прощаюсь. Как всегда, желаю тебе в первую очередь хорошего настроения, удачи и... Пока-пока. Увидимся в следующем видео.